Всем привет, привет, YouTube! Приветствую вас на своем канале «История жизни» с Эмили Гарден. Продолжаю убирать свой дом от новогодней атрибутики. Вот так выглядит все в моем доме, пока убираются все елочки, сортируются все игрушки. Храню я их, елки в коробках, Дед Мороза тоже в коробку. А игрушки сортирую по контейнерам. Сейчас вот это все на зеркале тоже разберу и создам там весеннюю декорацию. Убираю Дед Мороза. Он очень легко разбирается. И Дед Мороз ростом 1,80 м помещается в небольшую коробку. Все елочки также освобождаю от гирлянд светодиодных и также складываю в их же коробки, в которых они покупались. Так их проще хранить и не пылятся они. И очень хорошо помещается все в нашей небольшой кладовой. На этом комоде, который стоит у нас в прихожей, тоже нужно все разобрать и создать уже здесь такое весеннее настроение. Все это складываю в контейнер. В контейнерах пластиковых тоже весьма все удобно хранить. И если он полупрозрачный контейнер, всегда видно, что в каком контейнере лежит. Не нужно в кладовой вытаскивать все, чтобы найти именно те вещи для декорации, которые нужны именно в это время, в эту минуту, например, чтобы задекорировать зеркало или еще что-либо. Снимаю гирлянду из зеркала. На зеркале у нас была вот такая вот ягодная гирлянда, и на нее я повесила кое-где игрушки. После того, как я сняла гирлянду, зеркало видно было, что очень сильно запылилось, потому что вот сыпется и искусственный снег с гирлянд, и елочки рядом расправлялись все, все все равно летит с них и оседает на мебели. Но сейчас все это я вытру. Thank you.
плавно переходим в гостиную. Здесь также буду убирать все декорации новогодние. И начну уборку с букета. Все ветки, которые использую я в своих декорациях, я храню вот так в коробке. Букет разбираю полностью. Единственное, что я оставляю в букете, которые ветки кочуют из букета в букет, это эвкалиптовые ветки. Зеленая масса, так скажем. Огонечков будет на этом подносе, тем более он зеркальный, отражает хорошо вот эти огонечки. Мне кажется, и с зелеными какими-то веточками или цветочками будет смотреться тоже очень даже хорошо. И летом, и весной. Немного захотелось мне добавить цветового решения. Это вот такие малиново-бордового, наверное, оттенка вазочки. Они хорошо будут сочетаться и с мебелью, и со шторами зеленого цвета. Вот такие вазочки маленькие я очень люблю. Тем более, если они вот такой красивой формы, как кубок. Только маленький. Они очень хорошо смотрятся как в сервировке стола, так и в какой-то декорации, весенней, зимней, неважно, на столике. В данном случае я добавила вот такой букет из маленьких белых цветочков и побольше зеленой массы. Также добавлю вазочку в виде шара. Я насыпала туда просто блестки и мраморный песочек. Это все можно купить в любом магазине для поделок. Я покупала в Леонардо.
песочек, а блестки покупала в строительном магазине. И добавила туда 3 цветочка вишневого цвета, которые у меня в букете напротив этого стола, можно сказать, в углу стоит. Добавлю бусы, которые я покупала в обе для новогодних украшений. Но бусы, я вот эти вот, что мелкие, что крупные, всегда оставляю отдельно в какой-то... Hey, come on.